сегодня такая приятная процедура. К нам в гости пришел человек, хочет для дагестанской команды подарок сделать, одеть вот такую футболку, вот такую, ну, вместо шорты, футболку для наших ребят. И на следующих сборах он нас в один выходной день в кино тоже пригласит, в торговый центр «Меркато». Вот. Все будет, все будет. Я думаю, с тренировок начнем, да, сперва? Скажи, пожалуйста, как пришла идея приготовить такие футболки, сувениры для сборной Дагестана? Вы знаете, я, например, сам когда-то тоже занимался вольной борьбой, и мне это ближе. Из-за этого я вот как-то здесь, да, и помогаю им. Езжу на все соревнования, куда едут они. Максимально я всегда стараюсь быть рядом с ними. Я всех их знаю, мы там все вместе начинали когда-то. И как-то хотелось сделать такой маленький приятный презент для них, не более того. Я ему очень благодарен, что он буквально вчера прилетел и через 2 дня улетает. И вот за этот короткий период согласился прийти, все организовать. И я надеюсь, что, увидев его этот поступок, и у других появится желание поучаствовать в таких делах. Ему огромное спасибо. Надеюсь, на этом не остановится. Будет продолжать опекать, помогать. С нашей стороны мы чем сможем, всегда будем помогать. Если нужны будут футболки, сделаем футболки. Если нужно будет что-то другое, сделаем другое. А кто участвовал в разработке дизайна футболок? Наш Гайдар Гайдаров. Кто это еще может быть? Лучше него никто это не сделает. Мне всегда нравилось что-то такое. И вот эти рисунки, логотипы, в этом я участвовал непосредственно. И вот, не знаю, оценят, наверное, болельщики. А как сами ребята, как оценили? Им понравилось? Ну, ребята у нас такие, которые, что бы им ни давали, они всегда в восторге. Принимают правильно. Не знаю, по эмоциям было видно, что им понравилось. Очень хороший футбол. Качество все устраивает? Все, бомба. Тянется как раз. Эмблема приятный такой, видишь? Приятный материал. Посмотрите, сами посмотрите. Угу, сами знают. Да. Номер один, да? Симпатичный, честно говоря. Симпатичный, красивый. Как сидит все четко, удобно для тренировок. В самый раз. Занятан Гусейнов! Здесь! Свое забрали! И в заключение вот нашему спонсору, скажем так, от сборной Дагестана вот такой кубок подарим мы ему. И от журналистов у нас здесь есть книга про нашего великого Али Алиева. Мирза, читай на здоровье.